В наших планах была организация этого рабочего совещания, поэтому я занимался изначально организацией данного совещания. Поэтому, конечно, я очень рад, что, в принципе, данное рабочее совещание было хорошо организовано, продумано, прошло успешно. Наряду с этим я работаю в научно-исследовательском институте медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, поэтому для меня очень важно быть здесь, как в частности, как сотрудника научно-исследовательского института, который непосредственно занимается реабилитацией, вопросом реабилитации. И, естественно, для меня также я чувствую себя гораздо лучше с приобретенными знаниями. Очень хороший вопрос, и у меня такой ответ на него, что издревле даже говорили, да, что все вопросы решают кадры, то есть ресурсы. Для подготовки, то есть чтобы у нас были хорошие ресурсы, компетентные ресурсы, кадровый потенциал, мы должны изначально правильно их подготовить. И, конечно, чтобы подобрать, чтобы специалисты были подготовлены именно в соответствии с задачами данного проекта, в котором заложено именно наращивание потенциала на учебных программ, подготовки на профессиональном, на международном уровне как профессионалов, физиотерапевтов, организация этого митинга и вообще создание, реализация этого совместного проекта очень важна для нас. Уже на втором плане, другой момент, это уже оборудование, то есть техническая поддержка этого уже человеческих ресурсов, которые будут подготовлены и уже будут работать напрямую с населением. Наверняка вы информированы о том, что в стране реализуется национальная программа реабилитации инвалидов до 2020 года. Кроме этого, руководство Министерства здравоохранения начало процесс подготовки новой стратегии здравоохранения на 2020-2030 годы, где именно вопросы реабилитационного характера также уже предполагается заложить в новую стратегию. Конечно, когда мы говорим относительно международных требований, да, например, WHO нам говорит относительно здоровья для всех. И инициатива Rehab 2030 тоже говорит, что реабилитация для всех и на всех уровнях. И только при сочетании всех этих вопросов мы можем говорить, что услуги предоставляются населению не в зависимости от их настоящего физического состояния. Мы очень рады, что консорциум, который создан вокруг реализации данного проекта, включает в себя именно международных Конфедерацию физиотерапевтов, и в частности, что менторы из этой группы являются лидирующими для предоставления информации о подготовке учебной программы. Спасибо большое, конечно, мы будем рады работать совместно и дойти до того момента, что будем участвовать на церемонии передачи готовых рабочих программ Республиканскому медицинскому колледжу и начало старта учебы нового поколения физиотерапевтов.